Приветствую вас, Алена, вы вот спрашиваете, с чем можно поработать, а у меня возникает вопрос к вам встречный, то есть кто будет работать. Вот вы говорите, с чем можно поработать, да, но кто работать-то будет в этом смысле? Вы или кто? Потому что сами с собой вы поработать не сможете. Это первое. Второе. Долги. В первую очередь это про личные границы. В первую очередь. Это про личные границы. Это про то, что, грубо говоря, вы живете непосредственно. И получается, вероятно, так, что деньги, ну, каким-то образом на вас вот влияют так, что, ну, что вы чувствуете необходимость, ну, от них избавиться, например. То есть вы считаете себя, может быть, считаете себя недостойной денег на глубине души. Вот. Так и остался вероятным. Это был второй момент. И третий момент. Это то, что вы можете бояться ответственности, вот, и, соответственно, вы избегаете этой самой ответственности, вы бежите от нее именно вот в сторону как раз, вот, ну, в сторону банкротства, в сторону безденежья, вот, и в этом как раз есть определенная проблематика, как мне кажется, по крайней мере. Вот, но тут важно понимать все нюансы, все тонкости вашей ситуации, вот. И если, например, вы хотите от этого избавиться, если вы хотите, чтобы этого не было, вот, то нужно исследовать себя, нужно исследовать вашу личность. Вот. И, соответственно, да, уже будет более понятно, с чем конкретно нужно работать. Вот. Потому что, ну, например, совершенно не факт, что вы согласитесь с тем, что я прав, например, да? Ну вот, совершенно не факт, что вы согласитесь с этим. Может быть, и справедливо не согласитесь. В том смысле, что, может быть, действительно у вас
проблематика другая несколько. Вот. Это же, как правило, я провел пример. А вы можете мстить кому-то таким образом. Вот, ну просто мстить. Да. Так вот. Так бывает. А и ну бывает, к сожалению, довольно часто. Вот, поэтому к этому нужно относиться спокойно к тому, что происходит, но и не избегать этого. Вот. Вот пока так, я думаю. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что это вам будет полезно. Надеюсь, что вам это будет интересно. Надеюсь, вы дадите обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать предварительную работу над собой. Вот. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи, вот, и надеюсь, что ваша проблематика будет разрешена самым лучшим образом.